Друзья, всем привет! Сегодня хотел обсудить тему повышения стоимости тракторов. У нас с 1 июля произошло изменение утилизационного сбора. Все трактора в рамках этого постановления существенно подорожают. И как оказалось, рост цен коснется не только тех тракторов, которые ввозятся по параллельному импорту, но и наших российских, белорусских тракторов. Как вы все знаете, базовая ставка у нас составляет 172 500 рублей. А коэффициенты, которые были утверждены с 1 июля, они очень сильно выросли. Вот у нас на площадке попались трактора 82, 1221, 82 с балочным мостом. Ну, наверное, начнем с самого распространенного трактора, это 82.1. Так, пошире угол сделаем. Давайте вам покажу постановление, которое вышло. Вот по нему можно увидеть, по постановлению, что трактора мощностью от 60 до 90 лошадиных сил, утилизационный сбор на них составлял 120 750 рублей. Сейчас он стал 540 тысяч ровно. То есть разница у нас составляет вот в правой части 419 250 рублей. Это подорожают трактора мощностью от 60 до 90 лошадиных сил. Если мы говорим о следующей категории тракторов, до 130 лошадиных сил, вот как у нас мул стоит, да, он не 136, а 130 сил. Здесь разница в утиле составляет 991 тысяча рублей. То есть представьте трактор мощностью от 90 до 130 сил, в момент подорожает практически на миллион. Дальше у нас сегмент тракторов от 130 до 180 сил. Здесь разница в утиле 1 миллион 318 тысяч рублей. На трактора мощностью от 180 до 220 лошадиных сил разница уже составляет 1 миллион 481 тысяч рублей. Дальше у нас вилка по тракторам по мощности 220-280 лошадиных сил. Утиль вырос на 1 миллион 619 тысяч рублей. И финальная мощность 280-340 сил и более, утиль вырос на 2 миллиона 737 тысяч рублей. Все с нетерпением ожидаем, насколько все-таки вырастут трактора «Беларус», потому что сейчас уже понятно, если применят к нашим тракторам вот это повышение утиль сбора, то они нахрен никому не нужны будут по таким ценам. Но представьте, там 82-ку мы сейчас торгуем там 1 миллион 950 тысяч рублей. И если стоимость вырастет на 420 тысяч рублей, то есть будет 82-ка обычная стоить там 2 400, 2 380, но это уже будет перебор, честно говоря. Ну, а если применяем мы к тому же трактору 1221, продаем мы его там условно сейчас там 3650, если его цена вырастет там на 1 000 000 рублей или там на 1 300 000, если он там 136 лошадиных сил, то стоимость трактора под 5 миллионов. И так уже цена достаточно перегрета на белоруса за такие деньги. Продажи все просто упадут у дилеров. Пишите ваши комментарии. Может, кто-то уже обладает новым прайсом. Мы пытаемся уже не первую неделю получить новые цены от завода, чтобы понять, насколько вырастет стоимость наших тракторов. Такой информации пока нет. Торговые дома тоже эту информацию не дают. Ну, тут одно понятно, что будет какое-то повышение на трактора. Но какое,
Это нам с вами предстоит узнать, наверное, в ближайшее время. Ждем ваших комментариев. Хорошего дня. Пока-пока.